Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Токэмпо, видеообзор. Вот такое вот кресло компании Патриот. Сделано оно у нас в России. Кресло у нас поворотное, с фиксатором снизу. Здесь у нас идет винил, две мягкие подушки. Простая система складывания кресла. Кресло у нас получается съемное. Снизу механизм поворотный, также от компании Патриот, с фиксацией в нескольких положениях во время поворота. Достаточно легко и просто фиксируется. Можно крутить его на 360 градусов. При установленном, допустим, здесь у нас опора для кресел нашего же производства, вот, плюс площадка для установки кресел тоже нашего производства. Такое кресло можно установить, например, на лодке ПВХ, на катере, ну и в принципе где вам это необходимо. Вы можете переставлять кресло с места на место. Если у вас есть дополнительная опора, допустим, на банку, либо на другую опору, поставить сюда другое кресло. Вот, очень удобно и практично. Итак, немножко по размерам данного кресла. Ширина у него получается 41 сантиметр, высота спинки 43 сантиметра, глубина сидения 36 сантиметров, высота здесь у нас 10 сантиметров. В собранном виде у нас кресло занимает полностью 44 сантиметра, 42 сантиметра, ну и по высоте общее получается 20 сантиметров. По поводу стойки для кресла, поворотного механизма дополнительного, площадки для установки на данную опору, также ссылочки вы найдете в конце видео, вот, а также в описании. Вот, кресло уже можно у нас заказать на сайте. Вот. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Рекомендую.